Призыв на радиочастотах управления ГИБДД Почуваши и национальная телерадиокомпания начинают новую совместную акцию. Водители маршруток будут просить соблюдать правила дорожного движения в эфире их же раций. Автор аудиоролика – известный блогер и член общественного совета Министерства внутренних дел Республики Альберт Ильин. Насколько эффективны такие меры, мой коллега Дмитрий Ковалев послушал запись, которая должна повлиять на совесть водителей. Вот так вот по времени гоняют наши маршрутные такси по Чебоксарам. И ни для кого не секрет, что сегодня на наших дорогах больше всего нареканий звучит как раз в адрес водителей наших маршрутных такси. Не берегут они нас. Стиль поведения на дороге водителей маршруток уже давно вызывает множество нареканий. И у пассажиров, и у водителей, и у инспекторов ГИБДД. ДТП с участием пассажирских автобусов происходит часто. Известный блогер Альберт Ильин уточняет, чуть ли не каждый день. Терпели мы это, терпели, и решили немножко разнообразить и свои будни, и ваши суровые будни, уважаемые водители маршрутных такси. Немножко решили их разнообразить. Мы начинаем с вами работать. Работать с вами мы будем методом кнута и пряника. Управление ГИБДД предупреждает по-хорошему. Именно так называется видеоролик, снятый чебоксарским блогером. На водителей, говорит он, могут повлиять и огромные штрафы. Но инспекторы решили поступить по-человечески. И просто попросили соблюдать правила дорожного движения. Аудиоролики будут крутиться на специальной частоте. Водители призывают не превышать скорость, придерживаться крайней правой полосы и высаживать пассажиров только на остановках. Помните о том, что использовать мобильный телефон при движении запрещено. Нельзя обелечивать пассажиров в ходе движения. Доводим до вашего сведения, что в настоящее время нами проводятся непрерывные мероприятия по пресечению противоправных действий со стороны водителей пассажирского транспорта. Слушателями этого ролика поневоле станут многие чебоксарцы. Рации установлены в салонах каждого второго маршрутного такси. Повлияют ли такие аудиопризывы на уровень аварийности, покажет статистика. В ГИБДД ожидают только положительный эффект. Но только аудиороликами дело не ограничится. За микроавтобусами будет следить и большой брат. На хвосте нарушителей правил дорожного движения в любой момент может появиться и автомобиль со скрытой видеокамерой. Маршрутное такси сопроводят до конечной остановки, и водитель вместе с протоколами получит неопровержимые доказательства своей вины. В ГИБДД надеются, что такие меры вразумят водителей, которые обязаны беречь своих пассажиров. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.